Что скажете по поводу гимнастики для лица? О да, очень интересно ваше мнение по поводу гимнастики лица. Мне кажется, что из-за напряжения мышц по логике заломы морщин должны усугубляться, или я ошибаюсь? А если это правильная гимнастика, наверное, нет. Заломы морщины, они усугубляются или появляются по двум факторам. Первое – это особенности анатомии лица. При различных особенностях у кого-то уже в 20 лет есть носогубные складки, а у кого-то их нет и в 50. И плюс, конечно, работа мимики, насколько выраженная мимика и насколько мы пытаемся эту мимику там парализовать. Сама гимнастика лица, наверное, имеет какой-то определенный эффект. То есть работа мышц, когда они сокращаются, наверное, чего-то где-то немножко подтягивает. Но еще раз, гравитационно есть кость, есть мягкие ткани. То есть есть некая постоянная, хотя кость это тоже не постоянная для гравитации, она тоже претерпевает изменения. И все, что висит на этой кости, на этой постоянной, и гравитационно оно все равно будет провисать, протягиваться. Сама гимнастика не позволяет кожу и подкожировую клетчатку подтянуть. Кожу и подкожировую клетчатку, то, что большей частью в конечном итоге беспокоит пациентов.